В Первоуральске продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». Расплатиться по счетам советуют всем, у кого есть непогашенные штрафы ГИБДД и других надзорных органов. Возможность для добровольной уплаты штрафа есть в течение 60 дней после вступления в силу постановления. Информацию о наличии задолженности можно получить по адресу: улица Металлургов, 2, кабинет номер 106, или по телефону 270454. Штрафы можно оплатить в любом отделении Сбербанка. В случае несвоевременной оплаты административного штрафа наступает ответственность, предусмотренная статьей 20.25 Кодекса об административных правонарушениях. Санкция данной статьи предусматривает штраф в двукратном размере на ранее наложенный штраф, либо обязательные работы, либо арест до 15 суток. Необходимо отметить, что в настоящее время в отношении злостных неплательщиков административных штрафов применяется мера наказания в виде обязательных работ.